Почему собака из какашки? Да, да. Почему собака это делает? Делает это! Информационный спонсор выпуска Animal.ru. Первый социально-информационный проект, объединяющий домашних животных и их владельцев. Привет! С вами Догмама Аня, и сегодня с нами профессиональный ветеринар Жанна, которым мы хотим задать вопрос, который волнует очень многих владельцев. Очень многих владельцев. И мне постоянно пишут и задают этот вопрос на нашем канале, и мне в личных сообщениях. Почему собака ест фекалии, экскременты, какашки? Почему собака начала подбирать? Потому что ей не хватает серы, не хватает витаминов группы В. Что делать? Нужно их восполнить. Как? Давать ей перорально, то есть через рот, эти препараты. Они есть в пищевой добавке, которая называется ЦАМАКС, раз, в мясо костной муке, два, косвенно, в активированном угле. Поэтому я не могу вам сказать, что именно одно из этих вариантов вам подойдет, но попробовать все-таки стоит. Я, что бы сделала на вашем месте, я вначале, наверное, все-таки попробовала подавать ЦАМАКС, потом подавать мясо костную муку, а потом уже, наверное, активированный уголь. Ничего не помогло. Почему может такое произойти, что ничего не помогло? Потому что мы не знаем, с чем мы имеем дело. В принципе, каждый организм, он индивидуален и уникален. Так же, как ты, я, люди, которые нас окружают. Потому что это все очень индивидуально, но попробовать стоит, я уверена в этом. Если это не помогло, то прийти на прием к специалисту, сдать кровь, потому что... На анализ, да? На анализы, да, потому что там есть развернутые анализы, где входят микроэлементы. Посмотреть, какие не в норме, и скорректировать схему лечения уже. Коробочка синенькая, и там написано... Порошок, это кормовая добавка. В инструкции написано, сколько, чего и когда, и как нужно давать. Не забывайте читать инструкции ко всем препаратам. Да. И состав. И состав. Мясо костное. Как это выглядит и как ее купить или что? Мясо костная мука, она фасована в пачке, грамм по 500, небольшая пачка. То есть можно в зоомагазине прям приобрести? Да, практически везде. Ветаптек, который находится на территории ветеринарной клиники. Активированный уголь, понятное дело, можно это купить. Это человеческая аптека, да. Обычный человеческий активированный уголь. Дома мы часто их терпим, треплем за ушком, там балуем со стола, делаем что-то еще. На улице не обращаем внимания. На улице, да, то есть как бы есть отвлекающие факторы, и они хотят такой же, того же количества внимания и заботы, что мы уделяем им дома. И сейчас, да, что же нам сделать такое, чтобы обратить на себя внимание? Поедка я какая! Фекалии экскрементов! Кроме популярных недостатка микроэлементов и привлечения внимания, причинами также могут быть материнское поведение у кормящих сук или же проблемы со здоровьем, например, недостаточность поджелудочной железы, инфекционные заболевания и другое. В любом случае, за помощью в вопросах здоровья вашего питомца лучше обращаться к ветеринарам, а не заниматься самолечением. Думаю, а может это быть просто вредной привычкой? Вот как человек грызет ногти, так же собака. Примерно да, да, может быть. И тогда уже, к сожалению, ни сера, ни витамины группы В нам не помогут. Спасибо большое, Жанна. Пока. Любите пока своих собак и заботьтесь о них. Ест экскременты. Давай фекалия. Фекалии, экскременты или какашки, простым словом. Я скажу фекалии, а ты скажи экскременты. Да. Я скажу дохнуть. Какашки. Почему моя собака ест какашки? Короче, мой муж одного кота принес домой. И он называется Ману. Хищное животное. Так вот, хищник. Он ест какашки? Рысь. Вы что, это сумасшедшие, что ли? Очень многие животные едят фекалии. На нет, улице, когда нет, такого ест. Нет, 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 ест, хорошо. Это хорошо. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, делитесь этим видео с другими и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить много полезного и интересного.